Спасибо. Ребятки, кто у вас тут светом управляет, можно попросить с ним побороться? Спасибо. Замечательно. Леш, если можно, можете попросить прикрыть дверь так, чтобы она не была полностью открыта, да? То есть оставить щель, чтобы люди могли заходить, но все-таки чтобы... Спасибо большое. Хорошо, давайте, ребят, начнем. Сначала немножечко мы познакомимся, кто меня не знает, и организационные вещи я скажу. Меня зовут Юрий Ковалев, я закончил то же самое место, где вы сейчас учитесь, достаточно много лет назад. И на настоящий момент я руковожу двумя научными лабораториями, одной в ФИАНе, другой в МФТИ, и являюсь человеком, который ответственен за организацию и реализацию научной программы всей на наземно-космическом интерферометре радиоастрон. Так как с января месяца мы уже не наблюдаем, то как раз сейчас появилось больше времени на всякое другое, в частности, чтобы сделать вам эту лекцию. Если у вас будут какие-то вопросы, я призываю вас задавать их сразу по ходу лекции. Вы поднимаете руку, я останавливаюсь и отвечаю на ваш вопрос, если такие будут. Я закончу лекцию примерно за 5 минут до 15:00 для того, чтобы, если останутся какие-то вопросы по окончании лекции, чтобы у вас была возможность их задать, вот и мы в 15:00 с вами завершим нашу работу. Значит, договорились, да? Так что, если будут вопросы, поднимайте руки. Значит, лекция мной запланирована таким образом, что она должна быть достаточно несложной для восприятия. Поэтому вы, надеюсь, поймете подавляющее большинство из того, что я буду говорить. Ваша подготовка уже должна этому способствовать. При этом я, конечно же, не буду уходить глубоко в детали. Если вас что-то заинтересует конкретно, вы можете задать мне вопрос как сейчас, так и позже, или углубиться в ту литературу, которую я продемонстрирую на последнем слайде. Значит, лекция будет посвящена современному состоянию и перспективам радиоастрономии. Радиоастрономия началась как наука до Второй мировой войны, в 30-е годы. Никто этого не ожидал в тот момент. Отцом радиоастрономии считается Карл Янс, который построил такую железяку, которая достаточно мало похожа на радиотелескоп. Он был инженером, ему дало задание BioLab. Лаборатория она дала задание, когда Карл Янский в ней работал, инженером исследовать распространение радиоволн в атмосфере Земли. Там есть много разных особенностей, про которые, я думаю, вы уже слышали. И он обнаружил каждый день в определенный момент времени, причем этот момент каждый день сдвигался, что у него увеличивается уровень излучения, который он измеряет. Он видел излучение от центра нашей галактики, и, собственно, этот момент был моментом рождения радиоастрономии. Первым радиоастрономом был Грот Ребер. Вот он здесь нарисован на картиночке. Вот это вот восстановленный телескоп, который находится в Соединенных Штатах, который он построил. Так вот, он построил этот телескоп на заднем дворе своего дома. Он был именно самым что ни на есть классическим любителем астрономии, который построил радиотелескоп за свои деньги. Причем далеко не сразу у него получилось продетектировать космическое излучение. Он не оптимально выбрал длину волны изначально, на которой он работал, не хватало у него чувствительности, но в конце концов он увидел излучение от центра нашей галактики, он увидел излучение от Солнца, и он построил первую карту радиоизлучения всего неба. Причем он очень был так перпендикулярен традиционному, скажем так, что ли, стилю проведения научных исследований западному. В частности, он ненавидел подачу заявок на всякие гранты, не умел этого делать, это было все для него, значит, чужое. И он действительно вкладывал, он был не дурак, у него были какие-то деньги в начале, и он понимал, что вот радиоастрономия, радиоинженерия в будущем дадут серьезный выход, и он правильно вложил эти деньги. По-моему, он в AT&T вложил относительно небольшую сумму, которая у него была, и она позволила ему достаточно неплохо существовать. Вот. При этом, вкладывая большие деньги вот в любительскую радиоастрономию, фактически став первым радиоастрономом, он был безумно скупым человеком. И если вы когда-нибудь слышали анекдоты о том, что люди за бесплатно
отвечают на письма, просто пишут, что адресат неправильный, да, отдают на почту, и, значит, письмо идет обратно. Он реально так делал, это известный факт. Это очень, очень был своеобразный человек. Значит, радиоастрономия как наука, хоть мы используем здесь в названии диапазон длин волн, который мы используем, да, для изучения Вселенной, понятно, что вопросы, которые нас занимают, они касаются именно физики, объектов, природы вещей, которые мы изучаем, а не конкретно выбранного нами любимого по тем или иным причинам диапазона, в данном случае радиодиапазона. Но факт остается фактом. Мне кажется, что это все еще так, что максимальное количество Нобелевских премий, которые были когда-либо даны за открытие в области астрономии, были даны именно радиоастрономам. Вот вы можете на досуге посчитать, ну вот просто можно намекнуть, да, что только направление, связанное с микроволновым излучением, и направление, связанное с пульсарами, значит, только это 4 Нобелевские премии. Вот, примерно 10% людей, астрономов, занимаются радиоастрономией, и вот при этом максимальное количество Нобелевских премий у нас есть. И, в принципе, есть шанс еще на несколько. Сегодня позже я на этом остановлюсь особо. Значит, слайд, который вы видите на экране, призван за пару минут позволить вам вспомнить курс радиоастрономии, который вы должны были прослушать в течение как минимум полугода. И он фактически говорит о следующем, что вот перечисленные здесь характеристики радиотелескопов, да, которые представляют из себя набор их основных параметров, они фактически определяют то, какие исследования мы можем проводить и на какие открытия в будущем мы можем рассчитывать. И фактически существует такое мнемоническое правило, которое вроде бы все еще, значит, подтверждается, и как бы мы вроде бы жизнь ему следует без исключений, который говорит о следующем. Если вы построите радиотелескоп, построите просто телескоп, улучшив один из основных его параметров, один из основных его показателей на порядок или больше, то вы гарантированы на новые прорывные открытия. И, соответственно, вот параметры, которые я здесь выписал вам на экране, ну, понятно, что диапазон длин волн определяет, в каком диапазоне вы можете изучать Вселенную. Существует такой параметр разрешения, которое может быть угловым, временным или спектральным, позволяет вам исследовать, значит, угловое разрешение. Это мы говорим, скорее всего, про интерферометры, которые в области радиоастрономии дают нам наивысшее угловое разрешение. Мы сегодня об этом попозже поговорим. Спектральное позволяет вам исследовать спектры атомов, молекул и так далее. И временное разрешение, которое тоже недавно скакнуло очень серьезно вперед благодаря развитию технологий вот в области телескопостроения, или скорее нашей способности оцифровывать с очень большой скоростью данные, позволяет нам открывать и исследовать новые феномены, например, быстрые радиовсплески. Чувствительность, понятно, чтобы увеличивать чувствительность, вы можете исследовать более далекие, более слабые объекты. И поле зрения, когда мы используем такое понятие со скоростью обзоров, вот развитие радиоастрономии и новые возможности, которые мы сегодня будем обсуждать, они во многом связаны именно с нашими новыми способностями по увеличению на один, на два порядка области неба, которые мы можем наблюдать и оцифровывать в единицу времени. Ну что, давайте очень быстренько пройдемся через разнообразные радиотелескопы, которые у нас есть. Вот смотрите, такой самочный, традиционный, скучный, полноповоротный параболоид. Не буду его обсуждать, все понятно. Это параболоид вращения, он суммирует радиоволны в фазе, дальше мы каким-то образом здесь цифровываем, может наводиться на любую точку неба. Немножечко более хитрая штука, в данном случае это 300-метровый телескоп Варисиба. Его форма представляет из себя сферу. Насколько я знаю, все слышали про этот телескоп, но далеко не все знают, что на самом деле это сфера. Это такая сеточка, которая натянута на стоящие рядом тросы, которые держатся такими специальными штангами, по-моему, 300 и вокруг. И интересно, опять же, мало кто знает, что именно из-за того, что это сетка, то Земля, которая под ним находится, она находится в постоянно таком полутеневом режиме, и благодаря этому флора и фауна
которая развивается и живет вот под тарелкой телескопа Аресибо в Пуэрто-Рико, она отличается от флоры и фауны самого острова. И, насколько я знаю, ученые особо изучают именно, что происходит под тарелкой 300-метрового телескопа в Аресибо. Как эта сфера работает? Конечно, она не может настолько, значит, как нам надо, фокусировать радиоволны, поэтому вот двигается вторичное зеркало по проводам и имеет очень хитрую конструкцию для того, чтобы собирать радиоволны, но не в состоянии собрать радиоволны со всей поверхности, поэтому хоть радиотелескоп в Аресибо имеет диаметр 300 метров, эффективно в каждый момент времени используется только его часть. Ну что, радиотелескопы меридианного типа, нарисовал вам здесь, точнее, его фотографию Ротана, который находится на Кавказе, все обязаны про него знать. И очень логично его поставить после Аресибо, потому что фактически Ротан из себя представляет Аресибо. Значит, если себе представить, что вот у вас есть такая вот большая чаша, вы отрезали от нее верхнюю часть. Верхние метров 20 вы от Аресибо отрезали, и у вас получается Ротан 600. Единственное, что у него все щиты могут двигаться, поэтому вы можете выстраивать любую необходимую вам форму. Понятно, что проблема меридианного типа заключается в том, что вы не можете копить сигналы, из-за этого параметр чувствительности, к сожалению, у него значительно страдает. Ну что, длинноволновые радиотелескопы выглядят очень по-разному. Это, наверное, такой симпатично выглядящий вариант. Это Пущинская радиоастрономическая обсерватория, но такой классический длинноволновый радиотелескоп современно выглядит как противотанковые ежи, разбросанные по Земле. И у него способ, с помощью которого мы наводим телескоп на небо и собираем данные, мы собираем их в фазе, он электрический, мы каким-то образом с каждого диполя, который вы здесь видите, суммируем или задерживаем приходящую электромагнитную волну. Сейчас это делается электрическим образом, а раньше это делалось с помощью специальных таких трубок с маслом, которое налито внутрь. Это раньше очень такая тяжелая была технология и, кроме всего прочего, совсем не дешевая. Сейчас современные длинноволновые радиотелескопы, самый из них, наверное, знаменитый, это LAFAR, вот в виде противотанковых ежей рванул очень серьезно вперед именно благодаря развитию технологий. Соответственно, можем работать на очень длинных волнах. Параметр скорости обзоров, про который я говорил, да, или параметр, который характеризует нашу способность увидеть сразу большой кусок неба в единицу времени. Вообще в радиоастрономии мы тогда очень страдаем, потому что, ну, в общем-то, у нас в фокусах телескопов обычно стоят просто, ну, или многие годы, там, десятки лет, стояли просто одиночные какие-то системы. Фактически мы видим просто одну точку на небе, да еще и с отвратительным угловым разрешением, об этом поговорим попозже. Мы пытаемся улучшить ситуацию, в частности, благодаря этому улучшению и одному из двух, да, это большое поле зрения и большая скорость цифровки данных, рвануло вперед направление, которое называется быстрые радиосплески. Вот мы ставим фокус телескопа вот такую вот многоволновую, многопиксельную систему. Понятно, что ПЗС-матрицы, да, вот такой имеют размер, там в оптике имеют великолепнейшее разрешение. Вот у нас эта штука имеет размер, наверное, метр на метр. Но благодаря этому мы можем иметь намного лучшее, там, наверное, на порядок, на два порядка даже покрытие неба, чем то, что у нас было раньше. Это современные очень дорогие системы. Одна такая будет стоить, наверное, несколько миллионов долларов. Ну что, в радиоастрономии об этом вы должны знать. У нас отвратительное угловое разрешение, потому что волны длинные. Соответственно, мы боремся с этим, используя интерферометры. В случае использования интерферометра у нас уже угловое разрешение сразу соответствует длине волны наблюдения разделить на не диаметр зеркала, а на расстояние между телескопами. Вот это вот классический, наверное, наиболее успешный или один из наиболее успешных радиотелескопов в мире, который называется VLA, находится в Штатах. Вот он работает на синем трех длинных волн и имеет уже угловое разрешение, сравнимое с оптическими, да, на уровне одной угловой секунды. И вот радиоинтерферометр миллиметровый, построенный там около 5, что ли, лет назад, ну, немножечко больше, уже около 10, смотря как считать. Он работает на миллиметровых и субмиллиметровых волнах в пустыне Атакама на 5000 метрах. Называется Алма, мы о нем поговорим попозже. Его угловое разрешение еще там на порядок, если не больше, лучше. Все, значит, прошли мы с вами по таким достаточно типичным или не очень типичным радиотелескопом, радиоинтерферометром, подошли к РСДБ, радиоинтерферометрии с сверхдлинной базой.
Про нее мы поговорим подробнее, главным образом не потому, что она намного лучше, чем все остальное, или намного интереснее, а просто-напросто потому, что мне она нравится больше, чем остальная, поэтому я поделюсь с вами некоторыми интересными моментами, связанными именно с использованием радиоинтерферометра с сверхдлинной базой. Опять же, также приятно осознавать, что именно советские ученые Матвиенко, Карадышев, Шаломинский около полувека назад предложили идею, когда мы можем записывать, оцифровывать и записывать сигналы на разных радиотелескопах независимо. У нас высочайшие требования на синхронизацию данных, соответственно, мы должны это делать, привязываясь к атомным часам, к водородному стандарту частоты. Подобная система действительно работает замечательно, благодаря тому, что мы можем использовать планету Земля, разнося телескопы вот настолько далеко друг от друга. Фактически радиоинтерферометрия с сверхдлинными базами позволила астрономам вот последние многие десятки лет получить наивысшее угловое разрешение среди всех способов, которыми пользуются астрономы. Вот такая классическая картинка, которую я использую, чтобы сравнить, вот показать в сравнении, что могут делать оптики, что могут делать радиоастрономы, используя вот подобные системы. Вот эта вот картинка выброса из далекой галактики. Это на самом деле достаточно близкая галактика Дева-А. Это Хаббл, соответственно, угловое разрешение на уровне 50 миллисекунд дуги. Вот эта точка будет иметь размеры там на уровне сотни миллисекунд дуги. И вот внизу картинка того же самого джета с разрешением примерно в 50-100 раз лучше. Фактически вот эта точка, которую мы здесь видим от Хаббла, вот мы можем исследовать внутреннюю структуру распространения плазмы по этому джету с величайшими подробностями. Это вот то, что дает радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами. Значит, теперь мы подходим к моменту, я уверен, что вы это знаете, да? Вот Елена Вячеславовна меня попросила подготовить два вопроса, да, которые потом будут вынесены по этой лекции в, я не знаю, это зачет или экзамен. А я же могу... Зачет, да. Я же могу рассказывать, какие это будут вопросы, по крайней мере, направления, да, замечательно. Поэтому те, кто сейчас, значит, читает что-то в телефонах, они на секундочку поднимут глаза. Существует несколько способов, как на себя внимание отбирать. Это один из них. Значит, скоро будет тема, связанная с первым из двух вопросов. Итак. Радиоинтерферометрия с сверхдлинными базами, она очень интересна для астрофизики, мы сегодня об этом поговорим. Однако, кроме этого, она может использоваться для вопросов, которые интересны простым смертным. И в частности, вот вопросы о движении материков в начале, первые годы решались именно и только с помощью радиоинтерферометра со сверхдлинной базой. Это связано с тем, что мы можем, с одной стороны, исследовать космические объекты с экстремальным угловым разрешением, вот с подробностями на уровне там, миллисекунд, даже далее миллисекунд дуги. А с другой стороны, мы можем использовать эти далекие объекты, в данном случае это активные галактики, квазары, как реперные точки. И привязываясь к ним, мы можем с очень высокой точностью измерять координаты, в данном случае координаты радиотелескопов на Земле. Именно по этой причине после того, как советские ученые предложили эту идею радиоинтерферометра с сверхдлинной базой, у нас традиционно, значит, русские ученые приходят с идеей, потом американцы их первые реализуют. Так же было и в тот раз. И, значит, американские коллеги как раз предложили своим советским, собственно, той группе, которая предложила идею интерферометрии, давайте проведем межконтинентальный эксперимент между вот телескопом в Соединенных Штатах и телескопом, который находится в Подмосковье, в Пущино. Вот. Значит, наши советские коллеги, не будучи дураками, подумали и осознали, что это делать ни в коем случае нельзя, потому что, когда вы проводите подобный эксперимент, то просто как дополнение к получению астрофизических результатов вы определяете координаты телескопа с точностью примерно там несколько сантиметров. Ну, вот современная точность доли уже сантиметра. Соответственно, было сразу понятно, что в результате такого эксперимента координаты телескопа в Пущино будут измерены с точностью несколько сантиметров, и поэтому все межконтинентальные баллистические ракеты, значит, из Соединенных Штатов будут лететь в Россию в Пущино, Московская область, до этого телескопа, потому что там координаты здесь с точностью несколько сантиметров, а потом уже разлетаться по стране. Поэтому сказали, нет, это плохой телескоп, он у нас есть хороший в Крыму, давайте вот с ним. Вот, в результате есть много очень смешных историй о том, как наши американские коллеги возили свои атомные часы. Дело в том, что в Советском Союзе тогда не было водородных стандартов частоты, и американцы брали с собой свои часы, они запитывали от автомобильного генератора или от автомобильного там аккумулятора, потом тащили их на себе в самолет, подходили к пилоту, говорили, ну да, это самолет, который летит между, понятно, межконтинентальный,
Ребята, а можно мы к вашей бортовой сети питания подключим вот эту нашу большую моргающую металлическую железяку? Они говорят, да, никаких проблем. Они подключали, значит, привозили в Москву. В Москве тоже говорилось такой пароль «Академия наук», тогда без «Р». Вот, соответственно, без проверок эту железяку проносили через таможню, привозили в гостиницу, оставляли ее включенной от, значит, сети питания в гостинице, ехали как раз в ГАИШ для того, чтобы, значит, готовить эти эксперименты, возвращались обратно для того, чтобы найти, что, значит, тетя Маша, которая днем убиралась, она увидела, что что-то моргает, и, значит, бдительно выключила из розетки. Соответственно, все это было зря, потом брали снова эту железяку и везли в обсерваторию Вонсли, чтобы синхронизовать. Значит, long story short, как это не удивительно, но радиоинтерферометрия сердечной базы действительно крайне полезна для, значит, обычных смертных, и мы с вами все пользуемся результатами работы радиоинтерферометрии сердечной базы. И вот фактически моя просьба рассказать об этом поподробнее будет одним из двух вопросов, которые я предложу Ирине Вячеславовне. Кроме движения материков, без радиоинтерферометрии сверхдлинной базы, да, и надо будет рассказать не только о том, как она используется, но и какие проблемы есть на этом пути. Значит, мы используем радиоинтерферометрию сверхдлинной базы для того, чтобы определять параметры вращения Земли. Вы понимаете, что из аннотации ось вращения двигается по небу, вот здесь показан пример с размахом несколько сот миллисекунд дуги в течение 2 лет. И радиоинтерферометрические измерения проводятся как минимум 2 раза в неделю всеми теми странами, которые имеют у себя систему глобального позиционирования. Соответственно, это как минимум Россия и США, и к ним сейчас добавляются Европа и Китай. В дополнение к этому нужно оценивать истинную длительность, измерять истинную длительность земных суток, которые там подправка примерно на уровне 1 миллисекунды по времени. Также сутки нужно выводить. И вот фактически эта информация загружается в систему глобального позиционирования для того, чтобы они могли выдавать на гора, собственно, необходимую точность измерения координат. Более того, я забыл сказать, что вот идея о использовании РСДБ для измерения того, как двигаются полюса, она очень хорошо сработала. Прошу прощения, как двигаются материки, хорошо сработала. Это Австралия. Вы видите, что вот подобная стрелочка показывает нам направление и величину движения на уровень 5 сантиметров в год. Вот видите, что Австралия двигается примерно на северо-восток. Это, я так понимаю, Африка, Европа. В Европе очень много пунктов измерения. Вот видите, она двигается тоже на северо-восток. Вот таким вот образом двигаются наши материки. И вы видите, здесь достаточно много стрелочек. Не думайте, что так много радиотелескопов есть в мире. Их достаточно много, но все-таки не так много. Поэтому последние годы в дополнение к РСДБ-системе используется большое количество точек, как раз которые работают от GPS и ГЛОНАСС. А вот GPS и ГЛОНАСС работают благодаря нам. Кроме этого, с помощью... Раньше только благодаря интерферометрам со сверхдлинной базой. Теперь последние несколько лет, также благодаря наблюдениям космического оптического астрометрического проекта Гайя, мы в состоянии построить самую высокоточную инерциальную систему отсчета. Лучше всего ее строить по далеким квазарам, именно благодаря тому, что они находятся очень далеко, поэтому даже если какие-то движения у них происходят, они должны быть крайне незначительными. Фактически в первом приближении ими можно пренебречь, так они находятся очень далеко, соответственно, они очень компактные, поэтому именно по ним устроится подобная инерциальная система отсчета, фактически список объектов с высокоточными координатами, к которым можно привязывать любые ваши эксперименты. Вот здесь показана картиночка сравнения подобных систем. Вот в радиоинтерферометрии мы измерили с высочайшей точностью координаты там около 15 тысяч компактных галактических объектов. Вот Гайя измерила на уровне там до сотни тысяч квазаров. Теперь проблемы. Однако на сегодняшний день мы уже вышли на такой уровень точности, что мы видим, и это начинает влиять на точность решения вот всех задач, которые я обсуждал. Значит, мы видим, что наши объекты не материальные точки, не гвозди, прибитые к небесной сфере.
активные галактики, о которых мы сегодня еще будем говорить неоднократно, представляют из себя, скорее всего, центральную сверхмассивную черную дыру массой миллиардным масс Солнца. Ее окружает аккреционный диск, и вот выбрасывается наружу джет релятивистского вещества. Это, скорее всего, заряженные частицы электроны, которые центральной машиной ускорены до скоростей близкой скорости света и излучают вот на длинных волнах, под длинным я в данном случае подразумеваю как радио, так и оптику, синхротронный механизм излучения. Когда я учился в Московском университете, у нас был профессор Тернов, который читал нам теорию излучения. Он был отцом теории, квантовой теории синхротронного излучения. И он хвастался, я запомнил на всю жизнь, до сих пор мне завидно, что он видел своими глазами, как выглядит синхротронное излучение. Но потом называется синхротронным, что вы берете ускоритель, берете заряженную частицу, разгоняете там до скорости близкой скорости света, накладываете магнитное поле, она будет обязательно излучать. Вот он рассказал, что он видел вот как раз оптическое синхротронное излучение. И то же самое происходит и в квазарах. То же самое, думали и мы, происходит в квазарах. В них доминирует именно излучение джета, поэтому мы предполагали, что из-за очень быстрых синхротронных потерь фактически квазары в оптическом диапазоне электромагнитного спектра будут излучать вот только вот их самое такое основание, самое начало джета мы будем видеть, ну в крайнем случае будем видеть аккреционный диск вот, или внутреннюю область аккреционного диска. Поэтому мы считали, когда в космос запускался вот этот вот оптический, астрометрический проект, который называется Гайя, что они смогут построить инерциальную систему отсчета еще более точную, чем радио. Потому что в радио есть длинные джеты, которые, в общем, мы видим, которые могут портить нам, фактически ухудшать точность, с которой мы измеряем координаты этих самых далеких квазаров. Не тут-то было. Оказалось, что если построить следующую зависимость по горизонтальной оси, здесь угол между направлением сдвига от координатов в радиоинерциальной системе отсчета до оптической к Гайя, а по вертикальной оси нарисовать величину этого сдвига, то мы видим, что на самом деле существует значимый сдвиг. И он происходит, вот видите, либо 0, либо 180 градусов, то есть по этому направлению. Вот. И могут быть ситуации, когда оптическое положение оказывается дальше от центральной машины, от центральной сверхмассивной черной дыры. А может быть ситуация обратная, когда РСДБ положение может быть дальше от центральной сверхмассивной черной дыры. Вот величины этих самых сдвигов, они оказываются очень значительными. Они оказываются на уровнях до нескольких, даже до десятков, ну там до десятка миллисекунд дуги. Что на самом деле отвратительно, если вы хотите построить высокоточную инерциальную систему отсчета. Вот, и оказалось, когда мы построили подобную же диаграмму, здесь угол между направлением сдвига и направлением развития джета, а по вертикальной оси цвет, ну или цветовой индекс, оказалось, что объекты, которые более красные, они все сдвигаются вот в эту сторону. То есть для более красных объектов у вас всегда оптическое излучение будет приходить дальше от центральной машины, чем радио. А те, которые синие, всегда будет приходить из области видите 180 градусов, то есть оптика будет где-то здесь. Это на самом деле было поразительно, и фактически оказалось следующее. Фактически оказалось, что оптические джеты в квазарах оказались намного более яркими и более протяженными, чем мы всегда думали, и чем предсказывали вообще-то все модели, которые описывали синхротронное излучение джетов в квазарах. Фактически оказалось, что электроны не так быстро теряют свою энергию, как мы думали, за счет синхротронных вот этих самых потерь. И с одной стороны, для астрофизиков, например, я астрофизик, для меня это была большая удача, большая радость, и фактически это открыло новое направление исследований в нашей лаборатории. И теперь, благодаря этому эффекту, мы можем косвенным методом восстанавливать структуру активных галактик на масштабах миллисекунд дуги. Оптические астрономы напрямую, в принципе, не могут о таком надеяться для активных галактик, потому что оптические или, точнее, инфракрасные интерферометрии не в состоянии впрямую восстановить изображение джетов в активных галактиках. В квазарах они недостаточно яркие. Формально они могут выдавать на гора разрешение на уровне нескольких миллисекунд дуги, фактически только по большим звездам, не по таким объектам. Для нас это здорово, мы можем, вот, используя подобный метод, этим заниматься. Фактически оказывается, что вот синие объекты, да, вот эти, вот, когда оптика излучает из центра, это означает, что доминирует излучение аккреционный диск. Мы можем фактически разделять
тепловое излучение аккреционного диска от синхротронного излучения джета, восстанавливать модельную эту структуру, значит, прям все пучком, замечательно. Но если вы хотите решать задачи прикладные, то фактически астрофизику тех объектов, которые вы используете для решения этих задач, на тех уровнях точности, которых мы работаем сегодня, необходимо учитывать для того, чтобы вы могли улучшать точность вот решаемых задач, а именно, ну, фактически, прошу прощения, наводить ваши ракеты с большей точностью. Хорошо, значит, поехали теперь, следующий шаг. Фактически я иду от более таких, что ли, простых и привычных, более сложным радиоастрономическим системам, от тех, которые уже реализованы сегодня, до тех, которые мы только планируем построить. Соответственно, я буду в заключении лекции подробно обсуждать, какие перспективы это нам приносит. Значит, сейчас мы двигаемся от наземных радиоинтерферометров к наземно-космическим, проект «Радиоастрон». Опять же, интересно отметить, как все связано с историей астрономии. Я, по крайней мере, когда учился в университете, постоянно прогуливал историю астрономии. Наверное, это была ошибка с моей стороны. Вот, потому что опыт показывает, что многое было сказано уже очень давно. Например, идея о том, что один из радиотелескопов из сети радиоинтерферометрической можно запустить в космос, и благодаря этому построить машину, которая будет иметь действительно экстремальное угловое решение и позволит исследовать наиболее компактные, ультракомпактные детали космических объектов, восстанавливать их изображение с совершенно значительным уровнем детализации. Она была нашими коллегами упомянута еще вот в той классической статье 64-го, что ли, года, где вот Матвеенко, Карташов, Шеломенский предложили идею радиоинтерферометрии с сверлильной базой. Однако цензура этот кусок текста не пропустила. Дело в том, что в те годы любое упоминание слова «спутник» в научной литературе было запрещено, потому что была космическая гонка, и поэтому вот в рукописи подобный параграф был, в публикации его не было. И я не знаю, по какой причине, значит, авторы этой статьи заговорили об этом только несколько лет назад. Вот мы несколько лет назад узнали, что на самом деле вот идеи наземно-космической интерферометрии были там, обсуждали еще там, более 50 лет назад. В общем, обсуждались недавно, реализованы они сейчас. Фактически, запуская в космос подобную железяку, мы строим виртуальный наземно-космический телескоп, в нашем случае фактически размером Земля-Луна. Я вам немножечко расскажу про радиоастрономию, немножечко про результаты, но не очень все-таки вдаваясь в детали, чтобы над вами не издеваться. Нам нужно было помнить, и мы обсуждали, что основные параметры телескопов – это далеко не только угловое разрешение, но и чувствительность. Будет обидно запустить в космос спутник, но при этом быть не в состоянии ничего там продетектировать, потому что вашей чувствительности просто не хватит. Поэтому задача стояла в том, чтобы, значит, пульнуть что-то такое достаточно большое вот в небо. И для того, чтобы на ракете диаметром примерно 3 метра запустить в космос 10-метровый радиотелескоп, вот его сложили таким образом, как цветок, 27 лепестков было собрано вместе. Никто никогда раньше подобные системы не запускал. Это действительно громадный успех отечественной инженерной мысли. Его запустили с космодрома Байконур, вот мы в 2011 году. Через несколько дней после запуска удалось раскрыть подобное зеркало. Ну, наверное, фильм про это я вам показывать сегодня не буду, просто коротко скажу. Представьте себе, что задача следующая. Вам нужно запустить космос, вам нужно, чтобы ваша система пережила кошмарную тряску, которую переживают вся техника и, собственно, космонавты, астронавты, которых запускают в космос. После этого система успешно раскрылась и восстановила такой вот параболоид вращения с точностью примерно 1/10 от самой короткой длины волны, на которой вы собираетесь наблюдать. Самая короткая длина волны радиоастрона – это примерно 1-1,5 сантиметра. Соответственно, точность этого параболоида должна составлять величину примерно 1 миллиметр. Вот задача, которая была успешно решена. В результате в космосе оказался действительно самый крупный когда-либо запущенный телескоп вот диаметром 10 метров, и была построена измерительная система, опять же, фактически самая крупная за всю историю человечества. Здесь я еще один разочек показываю вам картинку, ну, уже более красивую.
для квазара, для активной галактики. Напомню, мы сейчас несколько слайдов я вам приведу с примерами результатов проекта «Радиоастрон», который мы получили по квазарам. В центре находится сверхмассивная черная дыра, массы миллиарды масс Солнца. Мы косвенными методами, скажу откровенно, косвенными методами в состоянии оценить ее массу, поэтому точность оценки массы не очень высокая. Вокруг аккреционный диск, откуда пыль и газ падает на центральный объект, и примерно 10% материи выбрасывается наружу в виде узких коллимированных струй очень горячего вещества, разогнанного до скорости, близкой скорости света. Я заговорил про точность оценки массы, нам это будет важно для будущего, поэтому сразу вам напомню, я, честно говоря, почти не сомневаюсь, что вы должны об этом знать. Единственная массивная или сверхмассивная черная дыра, масса которой мы знаем с очень высокой точностью, находится в центре нашей галактики. Ее масса составляет величину примерно 4 миллиона масс Солнца, но, по крайней мере, большинство из нас, ученых, считает, что там именно черная дыра. Опять же, попозже мы сегодня об этом поговорим. Радиоастрономия там должна сыграть очень существенную роль в ответе на вопрос, о том, действительно черные дыры или нет. Так вот, благодаря, значит, звездам, которые летают вокруг центра нашей галактики, благодаря, значит, третьему закону товарища Кеплера, мы можем фактически оценить массу, ну, практически прямым методом вот массивного, очень тяжелого объекта в центре нашей галактики. Для других галактик это совсем не так. Ну что, расскажу вам про несколько задач, которые решал радиоастрон, которые, в принципе, невозможно было решить с помощью наземных систем. Вот если мы считаем, что мы понимаем, как работают релятивистские джеты в далеких активных галактиках, вот картиночка, эта картиночка построена наземным интерферометром. Это, наверное, единственная картиночка из ближайших слайдов, которая будет построена именно на Земле. Вот здесь находится сверхмассивная черная дыра, аккреционный диск, и вот мы в радио видим синхротронное излучение этого самого джета. Значит, если мы понимаем, как это дело работает, синхротронное излучение релятивистских электронов, то около, по-моему, 40 лет назад было сделано такое достаточно простое предположение. Если это так, то ядра квазаров, вот эти самые области, самые яркие, они не могут генерить излучение выше, ярче определенного предела. Это связано со следующим эффектом. В случае, если каким-то образом центральная машина смогла ускорить релятивистский сгусток, сгусток релятивистской плазмы до очень высоких энергий, так что ему удается излучать выше этого предсказанного предела, тогда произойдет так называемая лавинообразная потеря энергии за счет эффекта обратного камптоновского рассеяния. На пальцах произойдет следующее. Вот представьте, что вы сгусток плазмы, вы очень энергичные электроны, и вы вокруг себя излучаете громадное количество синхротронных фотонов. И их вокруг вас настолько много, что вероятность соударения между электроном и синхротронным фотоном, который либо сам этот электрон высветил, либо его, значит, собрат по несчастью, она очень большая. И в результате этих соударений, которые будут происходить очень часто, потому что вероятность соударения высокая, электроны лавинообразно начнут терять энергию, передавая ее фотонам, летящим вокруг них, своим же собственным родным радиосинхротронным фотонам. Соответственно, электроны теряют энергию, фотоны прыгают из радиодиапазона электромагнитного спектра в оптический, из оптического в рентгеновский, в гамма. Значит, благодаря этому черенковские телескопы на Земле или космические гамма-телескопы видят яркое излучение далеких активных галактик. Но в радиодиапазоне вот подобная лавинообразная потеря энергии должна произойти за время, характерное время, не более чем несколько часов. Таким образом, вероятность нам поймать вот ситуацию, когда активная галактика излучает на подобном очень высоком уровне яркости, она очень маленькая. Вот благодаря этому, фактически из-за этого эффекта, был предсказан подобный предел. И вот фактически теоретическое предсказание этого предела, оно позволяет нам проверить, действительно ли мы правильно понимаем, как излучают механизмы излучения джетов в квазарах. Ирония ситуации заключается в том, что размеры планеты Земля не позволяют проверить предсказания этой теории с помощью наземных радиоинтерферометров. Даже если ядра квазаров излучают
вот уровни яркости значительно выше, чем предсказанный предел, наземный интерферометр просто не в состоянии это измерить. Надо было, значит, запустить один из телескопов в космос для того, чтобы физическая величина базы интерферометра была достаточно большая, как минимум на порядок больше, чем диаметр Земли, для того, чтобы можно было это проверить. Ну, собственно, мы это и сделали. Вы видите коротко результаты здесь. Мы любим в радиоастрономии измерять яркость в величинах яркости температуры. Совершенно не важно, что это такое нам сегодня, хотя если будут вопросы, объясню. Важно следующее. Если мы сравним гистограммы, показывающие результаты измерения яркости для ядер квазаров, если вы приглядите это в логарифмическом масштабе нарисованной яркости температуры, вы увидите, что результаты радиоастрона показывает величины как минимум в 10 раз выше, чем то, что мы измеряли ранее с помощью наземных телескопов. И на самом деле на порядок это больше, на порядок это выше, чем то, что предсказывает теория. Вот это вот достаточно сложный и длинный слайд, не буду над вами издеваться, который обсуждает, как это можно объяснить. Но если коротко, то вы понимаете, вот в науке так бывает достаточно часто. Если вы не знаете ответ на вопрос, то вы предлагаете несколько идей, каждая из которых вам не нравится. Вот здесь происходит именно это. Вот на экране написано несколько идей, и нам не нравится ни одна из них. Если честно, то мы не знаем, мы не понимаем, почему, как так квазарам удается быть значительно ярче, чем предел, предсказанный за счет эффекта обратного гамильтоновского рассеяния. В общем, не складывается у нас картиночка хорошо вместе. Но, может быть, я вот обсужу самый последний здесь пункт. Очень возможно, что в джетах квазаров излучают не рельтвистские электроны, а рельтвистские протоны. Ну, скажете, ну и ладно, ну протон, какая разница? А разница большая. Дело в том, что протоны тяжелее электронов в 2000 раз. Поэтому фактически это означает, что центральная машина, пушка, которая построена с помощью центральной сверхмассивной черной дыры, магнитного поля, которое там закручивается, она должна быть на три порядка более эффективной, должна быть в состоянии в 1000 раз более эффективно ускорять рельтвистские частицы. Что, если честно, очень тяжело сделать, и теоретики, в общем, недовольны этим предположением. Они говорят, что нам сложно себе представить, как это можно построить. С другой стороны, объявленный в 2018 году результат, ассоциирующий первое нейтринное событие с квазаром, поддерживает именно эту интерпретацию. То есть очень возможно, что радиоастрон, открыв экстремальную яркость квазаров, льет воду на мельницу, говорящую о том, что квазары и их центральные машины действительно в состоянии ускорять тяжелые рельтвистские частицы типа протонов, а благодаря этому одновременно решается и проблема космических лучей. То есть фактически мы этим доказываем, что квазары могут ускорять тяжелые заряженные частицы, которые мы действительно как космические лучи. Ну, следующая картиночка, которую я вам хочу рассказать, это относительно близкая галактика, находится в созвездии Персея, объект Персей-А. Сверхмассивная черная дыра находится вот здесь. Аккреционный диск, и вот джет бьет в эту сторону, контрджет в ту сторону. Фактически это одно и то же, одна и та же картиночка, вот это вот ее, ну что ли, полная картинка, центральная, по-моему, десяток тысяч радиуса Шварцшильда здесь в поперечнике, а вот это вот зум на ее центральную часть. Здесь есть несколько моментов, которые мне было бы интересно с вами обсудить. Первый момент связан с тем, что, как это неудивительно, но мы видим джет, который полый внутри, вот только его края светятся. Очень странно. Честно говоря, мы не предполагали, значит, строя физические модели активных галактик, что джеты могут быть полыми внутри. И, скорее всего, все-таки это не так. Скорее всего, причина в следующем. Нам потребовалось какое-то время для того, чтобы с этим разобраться. Мы считаем, что, скорее всего, здесь работает эффект, который называется рельтвистской аберрацией. Я не буду в вопросы выносить, значит, что такое рельтвистская аберрация. Я верю, что вы все это знаете, а если вы не знаете, то вы сейчас от меня об этом услышите. Фактически рельтвистская аберрация – это базовый рельтвистский эффект, который определяет то, каким образом перед нами предстают далекие джеты. Почему? Значит, идея заключается в следующем. Снова рельтвистский сгусток. В общем, как какой-то сгусток плазмы, если он стоит на месте или двигается с относительно небольшой скоростью, то есть со скоростью значительно меньше, чем скорость света. Вот я этот самый сгусток плазмы. В этом случае я буду излучать во все стороны одинаково. В случае же, если
этот сгусток был ускорен, в данном случае центральной машиной активной галактики, до скоростей, близких к скорости света, то все излучение будет концентрироваться в конусе, в луче, вокруг вектора скорости. Если я, сгусток плазмы, двигаюсь в вашем направлении, то все излучение из двух π, оно сконцентрируется вот в луче, который направлен на вас. В результате для вас, наблюдателей, которые на меня смотрят, я буду выглядеть на порядок или даже больше ярче, с одной стороны. С другой стороны, наблюдатель, который смотрит на меня сбоку, не увидит моего излучения вообще, потому что он будет значительно ослаблен. Мы считаем, что здесь происходит именно подобная ситуация. Джет вот в галактике Персея, скорее всего, мы наблюдаем под углом наблюдения градусов 30. Соответственно, если предположить, что ситуация похожа на течение воды в реке, вот вы стоите на берегу реки, по центру течение достаточно большое, а по краям, рядом с берегом, течение воды медленное, потому что вода трется о берега. Здесь происходит то же самое. Плазма трется о окружающую межзвездную среду, и из-за этого, соответственно, ее скорость уменьшается, происходит замедление течения плазмы по краям. Благодаря этому вот этот эффект релятивистской аберрации приводит к тому, что центральная часть подобного джета, вот ее излучение уносится в сторону от нас, и мы видим только края. Фактически радиоастрон позволил нам, вот благодаря тому, что мы можем теперь разрешать джеты поперек, позволил нам увидеть эффект стратификации течения плазмы в джетах квазаров, который имеет очень много, на самом деле, физических последствий, о которых я, наверное, сегодня не буду разговаривать, если вы не зададите никаких вопросов уточняющих. Второй момент, на самом деле, еще более интересный, связан со следующим. Мы смогли измерить ширину основания вот этого джета и его форму. И ширина основания оказалась на уровне около 1000 гравитационных радиусов. Много это или мало? Вопрос не в том, много это или мало, а вопрос в том, а как же формируются джеты у далеких активных галактик. И если вы почитаете любой большой пропозал на грант или на наблюдательное время на телескопе, или введение к какой-нибудь диссертации, где вы объясняете, значит, почему тема актуальна, то вы обязательно услышите, что все еще актуальным и важным является вопрос о том, а как же ускоряются, как же формируются джеты в активных галактиках. Ну, очевидно, если вы читаете какой-то текст именно про квазары. Так вот, многие годы у нас конкурировали две модели, и одна выигрывала за явным преимуществом. Значит, одна модель называется именем Бленфорда и Знайка. Она предполагает, что доминирующую основную роль в формировании джета играет сверхмассивная черная дыра. А именно, крутящий момент от Керовской центральной сверхмассивной черной дыры уносится от нее и, собственно, благодаря этому закручивает джет и его формирует. Однако, в этом случае этот релятивистский выброс не может формироваться широким. Его ширина не может быть больше, чем несколько радиусов Шварцшильда. Да? Не может по порядку величины значимо отличаться от размера горизонта событий. Мы же нашли, что ширина составляет многие сотни до тысячи радиусов Шварцшильда. Это говорит о том, мы фактически впервые увидели серьезные аргументы в пользу того, что может быть вторая модель, предлагающая другой вариант формирования джетов в активных галактиках, играет существенную или даже доминирующую роль. Модель Бленфорда-Пейна, которая предполагает, что аккреционный диск, понятно, значительно большего размера, чем центральная сверхмассивная черная дыра, его крутящий момент участвует вот в формировании джетов. Ранее считалось, что модель Бленфорда-Пейна может работать для микроквазаров, для квазаров никогда. Ну что, вот я вам уже показывал эту картиночку, я просто ее перенес второй раз. Вот так вот выглядит джет в одном из близких квазаров 3273. Радиоастрон дал нам очередную загадку. Вот посмотрите, мы пронаблюдали этот джет с радиоастроном на длине волны 6 см, и результат показан цветом. И на длине волны 18 см
результат показан контурами. И посмотрите, на 6 сантиметрах мы видим центральную часть вот этого коллимированного джета, а на 18 сантиметрах, видите, контуры, мы видим бока. На самом деле это совершенно удивительный результат, мы не знаем, как его объяснить. Мы видим ярчайший эффект вот этого самого уярчения к краю на длине волны 18 сантиметров, и меняя длину волны всего лишь в 3 раза, картина принципиально меняется. То есть здесь должна быть какая-то экстремальная стратификация течения плазмы, о которой я уже говорил. Но, честно говоря, сделать настолько большой градиент скорости между центральной частью и периферией джета невозможно. Возможно, какой-то крутой градиент плотности энергии или прозрачности мы, честно говоря, тоже не знаем. Вот подобный очень красивый результат мы получили достаточно недавно и пока еще даже не понимаем, как это в принципе можно физически промоделировать. Наверное, последнее, что я расскажу про результаты радиоастрона. После этого я перейду в перспективы. И в перспективах там будет такой интересный параметр. Ну вот если вы заявку пишете или вы хотите кучу денег под новый телескоп, вы должны объяснить организациям, которые финансируют это дело, ну понятно, правительствам соответствующих стран, какие новые прорывные открытия вы сделаете. И я в начале лекции рассказывал, что в случае, если вы строите телескоп, который превзойдет все, что было до него доступно по какому-то из параметров там, хотя бы в 10 раз, то вы практически гарантированы на открытие, даже если вы заранее не могли предсказать, что же это будет. Вот то же самое произошло с радиоастроном. Это то, что называется unknown unknowns, то есть неизвестное и неизвестное. Вы даже в принципе не можете предсказать, а что же вы откроете. В случае с радиоастроном самая длинная волна, на которой мы работали, это примерно был 1 метр. Мы ее установили на наш телескоп, достаточно большой приемник тяжелый, достаточно большая система, которая детектирует эти волны, потому что все это скалируется с длиной волны. Так вот, эта система, которая работала на длине волны 1 метр, она использовалась для исследования пульсаров. Проблема с пульсарами заключается в том, что хоть они сами очень компактные, и области излучения у них очень компактные, длинноволновое радиоизлучение рассеивается. Оно рассеивается, проходя через межзвездную среду. И рассеивается оно очень, очень интенсивно. Вот фактически любой пульсар для вас выглядит будет как фонарь в тумане. В случае, если вы наблюдаете с помощью интерферометра, интерферометр измеряет величину, которая представляет из себя преобразование Фурье от изображения вашего объекта, вы увидите вот следующую картинку. По горизонтальной оси у меня нарисована в логарифмическом масштабе проекция базы интерферометра, по вертикальной оси фактически нарисована величина сигнала, который вы измеряете. И вот из-за того, значит, если вы видите дельта-функцию на небе, гвоздь, прибитый к небу, размер которого бесконечно мал, в этом случае вы увидите зависимость, которая представляет из себя константу, то есть амплитуда, которую измеряет ваш телескоп, она не будет меняться с увеличением базы интерферометра, в данном случае наземно-космического интерферометра. Если же ваш объект разрешается, тогда величина сигнала, вот эта самая амплитуда, будет падать с проекции базы. И вот для пульсара, здесь я привожу пример, пульсар 03-29-54. Для этого пульсара мы знали величину этого самого рассеяния, мы предполагали, что мы увидим, как будет с базы интерферометра падать сигнал, и достаточно быстро уйдет под предел чувствительности нашего интерферометра. Однако действительность превзошла наши ожидания, и оказалось, что начиная с определенного уровня, для любой проекции базы нашего интерферометра, для любого реализованного углового разрешения, мы видим какую-то остаточную величину излучения. Нам потребовался примерно год, чтобы разобраться, о чем идет речь. Мы считаем, что мы теперь понимаем, что же это такое. Фактически это новый открытый нами эффект рассеяния радиоволн на межзвездной среде. Фактически представляет из себя следующее. Когда радиоволны проходят через турбулентную межзвездную среду, каждая турбулентная ячейка фактически формирует независимое изображение изучаемого вами объекта. И облако, состоящее из большого количества подобных турбулентных сгустков, на выходе даст множество изображений вашего космического объекта. Интерференция этих изображений друг с другом
приведет к тому, что на фоне рассеянного изображения объекта вы увидите вот такие вот маленькие пятнышки. И эти пятнышки приводят к этому эффекту. Значит, почему это интересно? Во-первых, можно использовать этот эффект для того, чтобы восстановить параметры межзвездной среды, что мы успешно делаем. С другой стороны, его нужно учитывать при исследовании объектов, которые скрыты от нас за подобными рассеивающими облаками. В частности, при попытке увидеть тень от черной дыры в центре нашей галактики. Вот так модели предсказывали, будет выглядеть тень черной дыры из центра нашей галактики, Сагитариуса со звездочкой. Вот если учесть открытый нами эффект, то вот получится что-то подобное. Это приводит меня к следующему шагу после радиоастрона, о чем я хочу поговорить. Это так называемый телескоп горизонта событий. Телескоп горизонта событий – это наземная РСДБ-сеть, которая работает на очень короткой длине волны, 1.3 мм. И как раз ее задача, включая этот, тот самый интерферометр ALMA, про который я говорил сегодня раньше, ее задача как раз увидеть тень от черной дыры. Зачем это делается? Ну, во-первых, существует много теорий, существует много экспериментальных фактов, которые удается объяснить, предполагая, что черные дыры действительно существуют. И подавляющее большинство ученых, но, к счастью, не 100%, считает, что черные дыры действительно есть во Вселенной и в достаточно большом количестве. Я к ним принадлежу с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что прямого доказательства существования черных дыр мы пока все еще не имеем. Поэтому задача проверки существование черных дыр является на сегодняшний день очень интересной, очень важной. И вот ее подобный интерферометр решает, почему именно вот на коротких длинных волнах. Потому что, как я уже говорил сегодня раньше, на относительно длинных радиоволнах эффекты поглощения и эффекты рассеяния не позволят вам увидеть вот подобную картинку как в центре нашей галактики, так и в центре других галактик. Поэтому вы хотите уйти на очень короткие длины волн, заодно вы получите необходимое угловое разрешение, но этого недостаточно. Вот у радиоастрона было достаточно угловое разрешение, но вы понимали с самого начала, что у нас практически нет шансов увидеть тень черной дыры именно из-за эффектов рассеяния и поглощения. Вот, собственно, задача заключается, ну, понятно, черная дыра черная, вот, но если это черная дыра, у нее должен быть горизонт событий, и вокруг этого горизонта событий мы должны увидеть какое-то колечко, причем с одной из сторон оно предсказывается будет немножечко поярче из-за того, что черные дыры, скорее всего, вращаются. Итак, зачем это делается? Во-первых, чтобы открыть или закрыть черные дыры. Это, наверное, принципиально. Мы все надеемся, что они будут открыты, потому что, чтобы не рассыпалось много других теорий и интерпретаций, с которыми мы живем последние десятки лет, но черт его знает. В принципе, да, мы знаем, что в центре нашей галактики точно есть очень массивный объект, массой около 4 миллионов масс Солнца. С другой стороны, существуют теории, в которые я не очень верю, но теории, которые говорят, что это совсем не обязательно будет черная дыра. Итак, проверить, что это действительно черная дыра. Кроме этого, само открытие черной дыры будет очень полезно, но кроме этого, исследование массивных и сверхмассивных черных дыр в центре нашей галактики или в центре других близких галактик позволит нам решать такие задачи, как с хорошей точностью измерить их спин, и главное, прошу прощения за опечатку, провести тесты общей теории относительности Эйнштейна в сильном гравитационном поле. И вот для этого нужно точное знание массы, которое мы имеем на самом деле только для черной дыры в центре нашей галактики. Вот я написал внизу, ждем 10 апреля. Сегодня было уже официально объявлено, что 10 апреля будет проведена пресс-конференция, а также одновременно выйдет отдельный номер журнала Astrophysical Journal Letters, где будут рассказаны первые результаты работы этой системы телескопа горизонта событий весной 2017 года. Чем весна 2017 года так интересна? Она интересна тем, что именно весной 2017 года в работу этого телескопа включилась система ALMA. Вот там около 50-70
миллиметровых антенн, которые находятся в пустыне Атакама. И в течение многих лет наши коллеги учились фазировать эту систему. То есть учились складывать радиоволны, которые принимают каждый отдельный телескоп этого интерферометра вместе в фазе. И вот первые боевые научные наблюдения прошли весной 2018 года. Мы знаем, что они прошли успешно. Группе телескопа «Горизонт событий» повезло с одной стороны с погодой, с другой стороны больших технических проблем не было, и качество данных, которые они получили, очень высокое. Два объекта, для которых должны быть получены результаты поиска тени от черной дыры, два центральных объекта этого исследования, это центр нашей галактики Сагитариуса со звездочкой и центр галактики Дева-А, М87. Для обоих этих, из этих объектов, исходя из наших знаний о массе черных дыр, углового разрешения должно быть достаточно для того, чтобы их увидеть. Да, оба эти объекта этот телескоп «Горизонт событий» наблюдал раньше, однако, вспоминайте один из моих первых слайдов, его чувствительности без фазированной АЛМы просто-напросто не хватало для того, чтобы быть в состоянии действительно восстановить подобные изображения, если там действительно есть черные дыры и если действительно радиоволны, которые фоновым излучением генерятся, вот формируются в подобную картинку. Ждем 10 апреля, узнаем, получилось у них что-то или нет, если получилось, то что. Как я говорю, основной момент – это вот фактически как бы наиболее важная часть сегодня моей лекции. Мне кажется, должно быть наиболее интересно вам тоже. Это понять, собственно, куда же двигается это направление науки, радиоастрономии. Вот одна из очень захватывающих перспектив на ближайшие 10, 20, 30 лет – это решение вот этой вот задачи в том случае, если сверхмассивные черные дыры в результате подобных исследований будут открыты, потому что от открытия эффекта до, собственно, возможности его использовать для получения каких-то принципиально новых, важных научных результатов обычно проходит десятилетия. Вначале нужно сделать это открытие, мы знаем, удалось нашим коллегам или нет, 10 апреля, а потом нас ждут, на самом деле, долгие годы, очень возможно, когда вспомню следующий слайд проекта, ну-ка, посмотрим. Да, нас ждут долгие годы построек и реализаций новой очереди проектов наземно-космических интерферометров, которые уже будут работать на миллиметровых волнах и будут иметь как необходимое угловое разрешение, так и необходимую пронизывающую способность, фактически игнорировать или уйти на такие короткие длины волн, такие высокие частоты, чтобы поглощение и рассеяние не мешало увидеть подобную картину и видеть, а главное исследовать в случае, если черные дыры действительно существуют. Ну вот ответ на это мы узнаем через 10 дней. Прошу. Значит, вот, собственно, вот эта вот фразочка Event Horizon Telescope – это пиар, да? Это вы можете назвать там собаку Дуся, а можете назвать собаку Event Horizon Telescope. Здесь примерно то же самое. Вот эта система, которую вы видите на экране, это глобальная РСДБ-сеть. Это сеть радиотелескопов, которые объединены вместе. И ее особенность следующая. Она работает на длине волны 1.3 мм. Это самая короткая длина волны, на которой мы умеем делать вот, радиоинтерферометрические исследования со сверхдлинной базой. Значит, в чем там проблема? Чем короче длина волны, тем менее чувствительны телескопы, потому что они поменьше размером, у них эффективность плохенькая. Атмосфера, зараза, очень плохо влияет. Время когерентности, то есть время, в течение которого мы можем копить сигнал. Соответственно, чем дольше мы копим, тем чувствительность выше. Она тоже становится очень маленькой, относительно сантиметровых длин волн, там на порядок хуже, может быть, даже на полтора порядка. Очень сплошная грусть. И в течение многих лет мы учились вот подобные системы строить. На длине волны 1.3 мм первые успешные эксперименты были проведены, может быть, лет 10 назад. Но вот система ALMA, вот именно эта, ключевая часть телескопа. Почему я говорю, что она ключевая? Да потому что мы уже знаем, что когда подобная система работала без ALMA, у них ничего не получилось. Поэтому единственный шанс сейчас что-то увидеть, это обязательно добавить ALMA. Вот они добавили, эксперимент прошел хорошо,
раз они 10 апреля будут делать пресс-конференцию, понятно, что это будет что-то интересное. Угу. Вот. Соответственно, это просто глобальная РСДБ-сеть, сеть, которая работает на длине волны 1.3 мм и теперь включает в себя очень чувствительную железяку стоимостью 1 миллиард евро, которая называется Alma. Я был в группе несколько недель назад Гарвардского университета, Центр for Astrophysics, который является лидером вот этого проекта, вот этого всего проекта. И, собственно, их руководитель мне рассказал, что они уже сейчас имеют первые успешные результаты работы на 0.7 мм. Вот. Я не уверен, насколько это принципиально нужно для решения этой задачи. Посмотрим. Наверное, им еще нужно будет лет 5, чтобы вот длину волны еще 2 раза уменьшить. Это реально очень сложно. Еще вопросы? Значит, финальная часть моей лекции. У меня есть, я вижу, примерно 20 минут. Я как раз думаю, что за это время успею. SKA. Телескоп размером квадратный километр. Мы с вами шли от совсем хренового углового разрешения к плохому, к хорошему, очень хорошему, потом самому лучшему за всю историю астрономии. Мы фактически закончили этот путь, и сейчас я делаю немножечко шаг в сторону, обсуждая улучшение такого параметра, который называется чувствительность. Ну, на самом деле, как чувствительность, так и скорость обзоров, но не угловое разрешение. Телескоп размером квадратный километр. Идея была предложена, опять же, достаточно давно, очень дорогая, стоит энное количество миллиардов западных гензнаков. Их до сих пор еще полностью не согласовали, что страны пока еще не готовы вкладывать такие большие деньги. Там согласована сумма на уровне 500 миллиардов для первой очереди подобного проекта. Итак, речь идет о том, что будет построен радиотелескоп, полная собирающая поверхность которого будет иметь величину порядка 1 квадратного километра. Значит, в радиоастрономии, так как современная техника позволяет нам очень эффективно складывать и обрабатывать радиосигналы, именно вот благодаря этому прорыву, уже достаточно давно мы поняли, что нам невыгодно строить, по причинам, которые объясню только создательный вопрос, времени уже мне не очень много осталось, нам невыгодно строить громадные телескопы. Нам намного выгоднее построить много мелких. Почему? Ну, самое простое объяснение следующее. Цена телескопа пропорциональна кубу его диаметра. Соответственно, если мы хотим иметь хорошую собирающую поверхность, которая, понятно, пропорциональна там, квадрату, да, то нам совершенно невыгодно строить большие телескопы, которые еще и разваливаются со временем, а нам выгодно штамповать дешевки. Нам выгодно совершенно таким индустриальным методом штамповать громадное количество простых дешевых систем. И, собственно, вот в этом направлении проект Square Kilometer Array и идет. У них есть громадное количество сложностей, которые нужно решить. Вот здесь я вам покажу. Помните, я вам говорил про противотанковые ежи, как выглядят у нас современные длинноволновые радиотелескопы. Вот один из вариантов этих ежей здесь нарисован. Будет работать на длинных волн там, длиннее метра, если очень упрощенно. Вот подобные простые, всем знакомые телескопы. Видите, очень реально просто выглядят. Там размером от 10 там, до 18 метров обсуждаются разные варианты. Будут закрывать диапазон длин волн сантиметровый. И так как вы себя хорошо вели, хотя вопрос, конечно, мало задавали, сейчас я попытаюсь вам как в награду показать фильму. Не знаю, получится у меня или нет. Сейчас посмотрим. Угу. Ну-ка. Эй! Ну вот смотрите, вот это мы с вами летим над еще не построенным телескопом. Вот он будет выглядеть примерно вот так. Пустыни в Южной Африке и в Австралии. А именно вот эти телескопы будут построены в Южной Африке. Причем, когда этот фильм делался, то еще окончательное решение, где он будет построен, не было принято. Поэтому они здесь нарисовали такой горизонт, чтобы это подходило и под Австралию, и под Южную Африку. Как бы тут надо быть политически корректным. Вот, хотя австралийцы делали конкретно этот фильм. Вот у вас будет большое количество подобных телескопов. У вас будет ядро, где будет находиться, наверное, около 90% вот, подобных тарелок. И около 10 будут расходиться вокруг в виде спирали, с такими спиральными рукавами. Потому что моделирование показало, что это наиболее эффективное заполнение области пространства.
наилучшим образом восстанавливать изображение космических объектов. Вот видите, да, вот будут такие вот плотные области, которые будут закрываться телескопами. Вот этот еще один вариант противотанковых ежей. Обмеряются сейчас несколько возможных прототипов вот для работы на длинных волнах. На длинных волнах. И вот это третий вариант реализации. Такие вот, видите, называются dense aperture arrays, апертурные решетки, выглядят фактически такие металлические ножи. У них цена пропорциональна не кубу диаметра вот подобной области, а квадрату, поэтому их очень любят, они очень дешевые. Ну и они реально дешево стоят. Там, понятно, так как речь идет про сотни тысяч элементов, иногда миллионы элементов, ну все-таки, наверное, сотни тысяч, то вопрос экономии там каждого цента он принципиально важен. Вот одна из таких вот спиральных рукавов как раз уходит очень далеко от центральной части для того, чтобы мы были в состоянии на гора выдавать угловые разрешения ну, на уровне хороших оптических. Да, вот такая штука будет. Технические решения, которые нужно реализовать, действительно очень тяжелые. В частности, центральный процессор, который должен в режиме реального времени обрабатывать данные, приходящие с каждой из разводки из подобных элементов, по-моему, только по потребляемой мощности. Но я, наверное, навру, но что-то там ему нужно, то ли атомная электростанция, чтобы его питать. В общем, что-то такое очень серьезное, но основная проблема даже не запитать этот центральный процессор, а охладить. Так, значит, и... Сейчас я попробую вернуться обратно. Давай. О, в нужном месте. Очень хорошо. Это второй вопрос, который я вынесу как вопросы на зачет. Вопрос, который обсуждает перспективы в области радиоастрономии, которые будут связаны с вводом в эксплуатацию новых систем. Какие новые научные задачи и каким образом это позволит нам решать? Мы с вами уже обсудили вопросы, связанные с работой телескопа горизонта событий, перспективы, которые мы имеем в связи с этим направлением, проверка общей теории относительности, открытие черных дыр, определение их параметров, как работают центральные машины в других галактиках. Значит, что можно будет решить с помощью телескопа типа телескоп размера квадратный километр SKA, Square Kilometer Array. Почему я говорю типа? Потому что я вам рассказал сегодня про SKA. Существует несколько проектов в мире. Вот SKA будет реализован в Южном полушарии. На сегодняшний день обсуждается аналогичный проект в Северном полушарии. Значит, первое направление связано с эволюцией галактик, исследованием эволюции галактик, космологии, темной энергии. И как это делается? План заключается в том, чтобы исследовать распределение нейтрального водорода во Вселенной. Да, нейтральный водород излучает на Луне волны 20 сантиметров. И это является совершенно шикарным трейсером галактик, потому что чем дальше находится ваша галактика, чем дальше находятся объекты, которые вы исследуете, с которыми вы ассоциируете этот самый нейтральный водород, тем больше линия 20 сантиметров будет смещена в длинноволновую область. Фактически, вот, изучая нейтральный водород, вы сможете сделать серьезный новый шаг в направлении изучения эволюции галактик, космологии и темной энергии. Второе очень важное направление – это исследование гравитации и проверка в общей теории относительности с помощью пульсаров и двойных сверхмассивных черных дыр. Вот здесь есть два момента. Первый момент, и за это уже была дана Нобелевская премия, как вы знаете, вторая Нобелевская премия за пульсары была дана за косвенное открытие гравитационного излучения. Да, это было исследование двойной системы, пульсар замедлялся, и аккуратно оценив все потери, было показано, что он должен терять энергию за счет гравитационного излучения. Вот фактически можно использовать пульсары
для того, чтобы проводить разнообразные тесты общей теории относительности. И СКИ, имея высочайшую чувствительность, сможет увидеть тысячи пульсарных систем и проводить подобные измерения. Кроме этого, сейчас уже многие об этом забыли, а кто помнит, не признаются, но были годы, когда LIGO, гравитационный интерферометр, про который вы обязаны знать, уже много лет был в строю, но гравитационные волны никак предиктировать не мог. И в гравитационном сообществе даже часть коллег переметнулась из направления попытки детектировать гравитационные волны с помощью вот этих вот лазерных гравитационных интерферометров в пульсарную радиоастрономию. И идея там заключается в том, ну, опять же, очень упрощенно, что вы используете пульсары как маяки в космосе, а планету Земля как кирпич, который меняет свои свойства, да, из-за прохождения через планету Земля гравитационных волн. И я прекрасно помню утверждение моих коллег, которые говорили, что они считают, что вероятность открытия гравитационных волн с помощью пульсарной радиоастрономии, по их мнению, выше, чем открытие гравитационных волн с помощью этого гравитационного интерферометра LIGO, который уже там полтора десятка лет вбухали в него кучу денег и, значит, ничего не получил. Ну да, LIGO очень успешен, что очень хорошо, на самом деле, для СКИ тоже, потому что открытие гравитационных волн подталкивает всю эту науку вперед, и все-таки с помощью системы пульсаров можно будет исследовать, конечно же, гравитационные волны, которые распространяются во Вселенной, на фактически другой длины, которая принципиально отличается от длины волн, которые чувствительны интерферометры LIGO и Virgo, и фактически можно будет исследовать гравитационное излучение двойных сверхмассивных черных дыр массами миллиарды масс Солнца в случае, если они находятся в центрах далеких галактик. Радиотранзиенты, уверен, вы про них слышали, FRBs, да, Fast Radio Bursts. SKA будет в состоянии видеть практически полнеба. Опять же, я немножечко упрощаю, но будет в состоянии практически видеть полнеба. И благодаря этому мы ежедневно с помощью SKA будем иметь громадный, богатейший поток информации про любые радиовспышки, вспышки космических объектов. Как вы знаете, мы все еще не понимаем, с чем связаны быстрые радиовсплески. Я уверен, что Сергей Борисович Попов вам про это уже неоднократно рассказывал. Мне больше всего нравится теория, связывающая их с гигантскими импульсами пульсаров. И уже целых есть два повторяемых быстрых радиовсплеска, что льет воду на эту самую мельницу. Ну, посмотрим. Разберемся уж точно с помощью SKA. Природа космического магнетизма. Понятно, что он будет изучать, измерять поляризацию и информацию о фарадейском вращении, которая сразу вам продает полностью данные про магнитное поле и про характеристики среды, через которую проходят радиоволны. Проблемы формирования первых звезд и черных дыр. Вот я вам уже рассказал про перспективную задачу открытия исследований черных дыр, перспективную, в частности, по Нобелевской премии. Вторая Нобелевская премия, которая нас ожидает в случае, если это все закончится успехом, это открытие эпохи вторичной ионизации вещества, про которую вы обязаны были слышать на лекциях в университете. И это предполагается делать как раз, опять же, с помощью исследования распределения нейтрального водорода во Вселенной. SKA, который покрывает длины волн и аналогичные телескопы от 20 сантиметров там, вплоть до более чем метра, будет в состоянии построить фактически трехмерную карту распределения нейтрального водорода по Вселенной до, собственно, первых дней жизни Вселенной. И вот фактически прокартографировать эпоху вторичной ионизации, благодаря чему мы сможем значительно лучше ограничить, значительно более точно оценить космологические параметры, а может быть и изменить космологические модели, которые сегодня описывают Вселенную. Вопрос о зарождении жизни во Вселенной. Это сделано далеко не только, чтобы это ключевое направление, сделано далеко не только, чтобы получить побольше денег от правительства и поддержку простых смертных, которых проблемы сети занимают, конечно же, значительно больше, чем все остальное, что вы видите здесь выше. Это факт. Чувствительности SKA будет достаточно. Но на самом деле нужна именно чувствительность телескопов
размером под квадратный километр, для того, чтобы увидеть аминокислоты в спектрах радиоизлучения. И вот обещал вам упомянуть об этом в самом конце. Unknown unknowns, принципиально новые открытия, которые невозможно предсказать. Понятно, что SKI увеличивает нашу скорость обзоров неба, или, значит, размер неба, который мы видим в единицу времени, лучше, чем на порядок. Наша чувствительность зависит от длины волны, но от 1 до 2 порядков улучшается, и практически мы гарантированы на новые принципиально новые открытия, которые сегодня даже не в состоянии предсказать. А вот это мой список литературы. Лекция закончена. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы. Прошу вас. А давайте мы включим свет. А вот, да. Спасибо. Да. Сзади. О, очень хорошо, замечательно. Вот это? Да. Да. Вот это вот. То есть получается, я правильно понимаю, что получается, что мы наблюдаем излучение одной частоты с краев джета, да, и другой частоты из серединки. Вы правильно понимаете, значит, я буду комментировать, а вы зададите свой вопрос, если вы его еще не задали. Вот то, что я не сказал, это следующее. Это первый пример дырявого джета, который мы получили в радиоастронике. Совсем не единственный. Именно благодаря тому, что наше угловое решение в 10 раз, даже 10-15 выше, чем все остальное, вот мы стали разрешать джет поперек, и мы стали видеть подобную картиночку сплошь и рядом. Это, наверное, просто первое и самое красивое. Вот эта картинка совершенно типичной стала. Ну вот мы наблюдали, да, 7 лет мы работали. Картинка, о которой мы говорим здесь, когда мы поменяли длину волны только в 3 раза, а понимаете, какая штука, почему как бы изменение длины волны, мы говорили здесь про стратификацию, ну потому что вот этот размер этого лучика, он от длины волны будет зависеть. Вот подобную картину мы увидели впервые, это пока единственный пример, когда, наблюдая один и тот же джет на всего лишь в 3 раза различающихся длинных волн, мы видим принципиальное изменение ситуации, мы видим сердцевину на одной длине волны и края на другой. Мы не знаем, как это. А, вот вопрос вот про вот эти объяснения, да? Ну, вы говорили, что есть два возможных механизма. Один, то, что джет рождается кировской дырой, а да, второй, джет рождается, да, диском. Все, я понял. Никак не связано. Просто так повезло, что наблюдение одного джета дало нам два не связанных, не принципиально связанных друг с другом результатов. Да? То есть мы, измерив джет-поперечники, увидели, что он имеет ширину, несовместимую с нашей традиционной картиной, которая у нас есть в голове, что кировская черная дыра крутится, и ее крутящий момент вместе с магнитным полем закручивает, собственно, этот самый джет. Этот результат, ширина джета и, соответственно, работа аккреционного диска по формированию джета, впрямую не связан с результатом, который вы видите на правой картиночке, если, конечно, вы тоже хорошо видите, впрямую не связан с тем, что мы видим уже такого момента. Если мы удалим межзвездную среду, вот нет межзвездной среды, да, тогда джет не будет выглядеть полом внутри, никакой стратификации через глаз не будет, будет однородная скорость поперечники, и джет будет выглядеть для нас примерно однако же то, что джет в Персее А должен формироваться аккреционным диском, никуда не денется. Окей? Еще вопросы, пожалуйста. Еще 5 секунд. Спасибо вам большое.
Я вышлю обязательно. Да, Юрий пришлет мне. А, все. Вечером я вам тогда пришлю. Хорошо.